10 миллиардов тенге сэкономит Министерство обороны в этом году. Об этом сегодня на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым заявил министр обороны Нурлан Ермекбаев. Глава ведомства доложил президенту о работе по строительству и развитию вооруженных сил, оптимизации расходов на оборонную сферу. Подвел итоги работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арысе и совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов в стране. Глава государства дал министру обороны ряд поручений по укреплению армии и подготовке к военному параду.